В честь 106-го дня рождения Мурманска за одним столом собрались почетные жители города, моряки, педагоги, строители, врачи, работники культуры. Я очень счастлив, что я мурманчанин. Я очень часто вспоминаю слова Олега Найденова, который говорил, есть одна партия, в которой мы все должны состоять, это партия мурманчан. В городе живу с 1959 года. Вся Роста, живу в Росте, и вся Роста, весь город, конечно, меня знает. Я выучила очень много хороших, замечательных людей. Звание почетного гражданина учредили почти полвека назад. Его присваивают тем, кто проработал в Мурманске не менее 25 лет. Людям, которые не только стали свидетелями становления заполярной столицы, но и внесли огромный вклад в его рост и развитие. С этими людьми всегда есть о чем поговорить, а самое главное – послушать их совет, потому что это мудрые, опытные люди. По словам главы города, несмотря на солидный возраст, почетные горожане Мурманска стараются активно участвовать в жизни города и оказывать помощь в решении городских задач. Александра Пескова, Максим Чинкин, ТВ-21+.